Магаданец передал в дар городу яхту, которая давно не ходит в плавание. Судно несколько лет стоит во дворе по адресу Приморская, 7, корпус 2. Будущее покорительницы Марии решили в городской думе. Ее председатель Сергей Смирнов регулярно встречается с жителями микрорайона Нагаева. Старожилы давно просили помочь. По их словам, конструкция небезопасна для взрослых и детей. По предложению Сергея Смирнова яхту передали столице Колымы. Теперь у властей есть идея сделать интересный арт-объект, который установят в парке «Маяк». Возникла такая мысль связаться, найти хозяина этой яхты, ну, чтобы, во-первых, и человека освободить от неприятного общения по утилизации этого объекта. И идея возникла о том, чтобы ее отреставрировать и сделать арт-объект в новой очереди парка «Маяк», которая будет в районе пирса. В ближайшее время судно отреставрируют. В парке «Маяк» яхту установят уже в следующем году.